Снова приветствую всех, меня зовут Дмитрий, это канал Panda Play, и мы с тобой продолжаем играть в Gas Station Simulator, у нас с тобой уже четвертая серия, вроде как. И я... Ой, что это такое? Женщина на заправке, я что-то сел вроде как удобно, а вроде как и не особо прям. Нужно взять самое главное вот это вот, выбросить мусор, потому что, ну, грязь это плохо. И, естественно, пойти заправить мужика, который стоит и ждет здесь уже нас с тобой несколько часов. Да, я спаситель жизней. Так, посмотрим, пойдем, что у нас нужно... Уф, кактус упал. Нужно заказать колес, нужно заказать... А, подожди, может быть, колеса есть уже? Товаров больше нет. К сожалению, нет у меня колес. Нет у меня... Есть зато зеркальца. Зеркальца есть, есть у меня зато вот этот мазюкалка. А вот колес-то у меня, кстати, и нет, к сожалению. Или какому-то, не знаю, блять, не докинул. Почему-либо счастью. Попал! Новый рекорд! Ошалеть! Вот это я молодец, вот это я стараюсь. Нужно заказать, подожди, женщина, заказать нужно мне колеса, оборудование и прочее. Нет, подожди, мне нужно заказать автомобильные запчасти. В первую очередь это будут шины. В корзину. 5 штук я их закажу, у меня денег вроде как хватает, заказ и пошло-поехало. Запись пошла тоже, вроде как все хорошо. Левый shift нажимаю, протираю ленту, пробиваю товар. До свидания, женщина. У вас все будет сегодня хорошо. Привет, хорошая моя. Ты идешь покупать у меня что-то, да? Идешь мне что-то покупать? Ну пойдем что-нибудь купишь. Так, мусорку, наверное, надо выбросить, потому что она, типа, портит какой-то вид, что ли. Так, он сигаретки купил, смотри-ка. Ну, а вам 18-то есть? Молодой человек. Паспорт, пожалуйста. Тихо. Странно, а он подходил вот туда, к сигаретам, и ничего не купил. Клиент у гаража. Пойду к клиенту у гаража, который стоит. На чем меня ждет, стоит? А я ничего. А он сейчас скажет, блядь, давай-ка мне это самое. Колеса меняй, у меня все 4 поломанные. Да? Нет, всего одно. Смотри-ка, блядь, как повезло-то, ну. Ну, повезло так повезло. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Самое интересное, у всех одни и те же колеса. Вот это... Это самое интересное. Может, у них штат какой-то с правилами с определенными. Черт их знает. Не нам это судить, не нам об этом думать, потому что, ну, блядь, типа, одинаковые. Нужно замазюкать ей дверь. Хер ли тут мазюкать, она вся ржавая. Я думаю, царапины не сильно ей шарму придают. Я залезть не могу на машину. Могу, смотри, поехали. Поехали, чё хромаешь-то? Ну, женщина, погнали. Ух, ёб твою мать. Раскорячилась. Ей неудобно же, наверное. А, колесо-то отдай. Спасибо. Так, там дядька стоит уже. Сигнали, черт его знает, сколько времени. Клиент у кассы стоит. Но постоит он у кассы. Ничего страшного с ним не случится. Да хорош бибикать, там человек ждет меня уже. Ну, давай быстрее. Давай даже без заездов. Все. Счастливого пути. Зайдет. Ты даже выйти практически не успел. Я уже тебя это разгрузил. Бегом отсюда, быстро. Клиенту кассы, клиенту топлива. Я сейчас дверь закрою, ты не уедешь отсюда. Давай быстро. Что за человек такой? Ну. О, все, до свидания. Хорошо. Клиенту кассы ждет. Пока еще ждет. У меня есть, наверное, еще время. Был бы здесь какой-нибудь этот графический отвражатель терпения посетителей. Было бы вообще невероятно отлично. Тихо. Оп. Пожалуйста. Приходите к нам еще. Так. Да, пожалуйста. Заправочка. Опа, а я-то здесь-то не докрасил. Такой я вот молодец, да? Ну-ка, рыжий вот этот вот. Угу. Вообще, да, вот я не заметил, я забыл. А здесь было вообще? Подожди-ка, может быть, здесь не было этого? Здесь этого не было. Здесь не было этого места-то. Как я не заметил? Да не мог я не заметить. Здесь был тупик и темный угол. Я такой тоже, я тут чуть не прям понял-то. Обновилась, видать, игра. Видать, игра обновилась, и вот так вот получилось. Клиент у гаража там ждет меня. Ждет меня, не дождется. Так, колесики давай. Ух, ни хрена, пустая полка. Как ко мне можно ездить? Так, мужик, ты бы футболочку погладил бы.
А то как этот, как из жопы. Ну, у тебя ирокез, тебе можно. Так, ладно. Так, а колесико одно надо поменять тебе. Угу. Давай-ка тебе поменяем колесико. Раз, два, три, четыре, пять. Снимай. Снимай, 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 снимай. Давай скорей. Уже ждут нас все. Хотя нас никто с тобой не ждет, но, блин, надо это, вид озабоченности показать. Зеркальце. Ты... Какой неудобный сервис у меня, в конце концов. Тут так тяжело ориентироваться, точнее, проходить. Ориентироваться вроде не тяжело, но вот, блин, то вот это, то вон то, то все, то пятое, то десятое. Так, а может быть можно внутри покрасить... Не, давай снаружи покрасим после того, как изнутри покрашу свою заправку. Вот этот вот клиентский офис, так скажем. Я покрашу снаружи уже гараж. Ну, потому что. Клиент у топлива постоит, подождет, пока я покрашу одну стенку. Правильно? Правильно. Тихо. Там кто-то в туалет сходил. Ой. Ой, как тяжело пошло. Заправить. Зачем ты сюда приезжаешь вообще заправиться на одну пятую часть? Это как-то прям не рентабельно, мне кажется. Тут до следующей заправки еще вон я не вижу ни хрена. Вот на протяжении 10 километров вообще ни одной заправки нет. Ты не доедешь на этом баке. Ты не доедешь, я тебе 100% говорю. А, чего ты на меня так пристально смотришь? Ты что, заняться больше нечем, женщина? Чего ты за мной следишь? Ты пришла сюда, чтобы мусор выбросить? Кукушка же поехала, ну. Молодая женщина. Вы зачем здесь ходите? Смотри, ну правда, что она зашла просто выбросить мусор. На чем она приехала? Покажите мне ее машину. Я хочу увидеть этого человека, на чем он ездит. А, она пришла еще и по это. Понятно все. Блин, там все грязное. Ну ладно, давай-ка мы с тобой займемся покраской. Покраска будет цвет... Цвет. Цвет, подожди. Туалет обновили. Хер ли обновили? Ничего не обновили. Это улучшилась заправка. Ёб твою мать. Я в той серии улучшил заправку. А почему он не красится саму? Я что, должен сам красить? Извращенцы, блядь. Я не понимаю, почему сложно улучшенную заправку покрасить в тот же цвет. То и основная заправка. То есть берешь, анализируешь, сколько краски на стенах, какой больше. И красишь в этот же цвет. Я, конечно, понимаю, что здесь может быть моя какая-то... собственная цветовая палитра и мои собственные вкусовые предпочтения. Но я перекрашу, если не понравится. А тут получается оборванная заправка. Ну, блять, по итогу-то. Ты просто получаешь оборванную заправку за свои же деньги. Я понимаю, конечно, я площадь расширил, но все же. Нужно же совесть иметь в конце концов. Обновилась, обновилась. Нихера здесь не обновилась. Я вроде как ничего не скачивал. Так. Вроде как ничего не скачивал. Хотя она могла там в фоне обновиться где-то, и я и не заметил, да? Да. Да, так оно могло и быть. Это я докрашиваю заправку, получается. Она вся белая снаружи, рыжая внутри. Не рыжая, а персиковая, правильно будет, наверное, сказать, да? Да. Тихонечко, тихонечко. Красим, красим. Опа, покрасил. Ну, интересно, в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас обосру всю стену. Нет, смотри-ка, нет. Все получилось. Все получилось без всяких там этих... непредвиденных ситуаций. Дениска! Опять Дениска пришел! Ну-ка, где он? Где Дениска? Мусор я не вывозил? Не вывозил. Взял мусор. Где Дениска? Твою мать. Он хохотал только что, я слышал. Вот оно. На нахуй, дружок. Уходи, уходи. Нечего стены раскрашивать мои. Ты мусор решил вывести? О, блядь, чуть не сбили. Дебил ты кусок, ну. Ай, блядь. Дурачок. Ну, дурачок нет, ну в конце-то концов. Ну надо же ведь думать головой своей, что тебя слышно. Хоть не смейся, подбегай. Он же хохочет, как умственно отсталый. Пилим-пилим, счастливого пути. Так, дружок, ты тоже подходишь, да, ко мне? Ага, давай тебя пробьем тоже. Да, тебе того же. Клиенту топливо. Бляха-муха, не дадут покрасить стены.
Кто Денис, кто в очередь, то еще что-нибудь. Кошмар, просто вот кошмар. У нас с тобой все лучше и лучше заправка, и клиентов все больше и больше, и становится, естественно, тяжело, тяжело и тяжело. Так, подожди, опа. Вот. О-о-о, здесь все прям плохо. А что здесь, туалет не будет никакого или что? Я должен туалет еще отдельно улучшать. Я же заправку-то улучшил. Наверное, заправка предполагает, это общая площадь, а уже вот эти внутренние все разборки с туалетами, с винегретами и со всеми остальными вот этими вот плюшками, я, наверное, рассматриваю, как это сказать, в общем порядке. Давай мы пробьем кассу и, блядь, нет у нее, говорит, синей газировки. Ну, твою налево. Ну, я что могу поделать? Нет синей газировки, значит, нет газировки. Ешь чипсы, запивай чипсами. Давай, счастливого пути. Реконструируй автобусную остановку перед вашей этой. Я деньги коплю, я хочу косарик хотя бы накопить. Это действие может иметь прямые и немедленные последствия, будьте готовы. А, ко мне начнут люди приходить и начнут срать у меня там, да, везде. Так, ты ко мне только за зеркалом приехал, дружок. Ну ты давай в следующий раз хоть немножечко это, рассматривай какую-то другую услугу. $100 заплатил, вот это хорошо, вот это молодец. Пойдем, да, пойдем, короче, реконструировать. Подожди, сейчас только протру. Протру и докрашу, а потом уже можно будет заниматься непосредственно остановкой. Нужно просто хоть дело до конца довести. А я могу еще по ходу дела выбирать? Нет, не могу по ходу дела выбирать. А то бы я в радугу покрасил, знаешь, такую. Ну, не в правильную радугу, а в такую прям горявенькую, разноцветную. Сейчас я докрашу две панельки на стене, и будет два элемента на стене, и будет вообще все классно. Пойду мусор вывозить. Выносить, точнее, вывозить его еще не нужно. Да? Да. Ну, в принципе... Да нет, подожди, вот так вот. Оп. Thanks. Да, пожалуйста, низкий уровень топлива, нужно заказать срочно топливо. Доставочка. Доставочка, получается, автомобильных запчастей. Ага. Автомобильные запчасти. Поставка топлива. 200 литров, но, соответственно, у нас столько нет, поэтому заказ вот этого. Полный мусор, это хорошо. Сейчас мы докажу еще газировочку. Напитки вот такие. И, наверное, будет вот кумыс, скорее всего. Что это такое, белая хрень какая-то? Заказать. Всего закажу и посмотрю, сколько будет у нас с тобой стоить Ой, заправка, это как ее называют? Остановка. Ну, нажимаю же. Туалет мне пока не нужен. Ну. Автобусная остановка. Сколько? $99. Ой, блядь, делов-то, а вы переживали. Так, больше ничего купить нельзя, да? Ну, нажал же. Так, вот здесь мне хотят заставить парковку купить. Но нет, подожди. Парковку нужно Рудика вызывать, а Рудик на выходном. Пойдем. Новое письмо, уровень топлива низкий. Это все едет. Подожди-ка, сейчас отзыв плохой поставлю. Так. Да положи, дай мне мусорный пакет. Там вон в гараж приехал уже клиент. Две доставки летит ко мне. Одна с топливом, другая с газировкой. И письмецо еще написали. Письмецо, что там с письмецом-то? Почта. Ну, племяш, теперь ты плаваешь вместе с большими рыбами. Или, по крайней мере, ты определенно пытаешься попасть сюда с помощью прыжков и скачков. Я не ожидал, что автобусная остановка станет ступенькой к богатству и славе. Но вот мы здесь, так что позволь мне рассказать тебе несколько вещей о том, что может стать... Чем может стать твоя жизнь? Если вы почувствовали, что перегружена работа, возможно, вам придется просмотреть. С другой стороны, 30 человек выкупают ваши акции по завышенной цене, вы вот мечтают. То есть вы поймете, что это слишком много для вас, не пытайтесь скрыть, это ваш дядя узнает по-любому, позвоните мне, я позабочусь о том, чтобы это самое ТРПР 8 дыр. События автобус для вечеринок можно отключить на вкладке геймплей в меню параметры. Хорошо, ну мы попробуем еще разочек. Точнее, один разочек, а потом уже будем думать. Подожди, ну давай. Так, отпущу вот этого и пойду в гараж. Музычка какая-то играет. Прям качает. Так, ты стоишь, ждешь пока? Вот, молодец. Молодец. Тем бы таких терпеливых клиентов. Я просто здесь один работаю, поэтому, женщина, вы могли бы не мешаться и...
уже вы открутили колесо. Я не знаю, нахера ты колесо на свое колесо сдутое смотришь, непонятно вообще. Крути, 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 крути. Так, что у тебя там, зеркало или что еще полирнуть нужно? А, в смысле, два зеркала? А, два зеркала, наверное, да? Ну, видимо, да. Музыка какая-то заиграла. Главное, чтобы она не была беспалевная. А то я же ведь знаю, YouTube, он такой, он, дружочек-то. Да что такое-то? Товаров больше нет, серьезно. Куда ты товаров-то больше нет? Выкладывать нечего, а вот товары есть. Я думал, все, кобзда. Сейчас зеркала не будет, и придется мне мучиться. Супер, да, сколько тут осталось-то? Зеркал. Подожди, сколько зеркал осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Что так фризится? Ты видишь фризы эти? Это с чем сейчас связано? Погоди. Погоди, с чем это связано? Семь клиентов у кассы. Ты... Вот, наверное, это с чем связано-то. Это автобусная вечеринка? Это приехал или что? Восемь клиентов у кассы. Откуда вы... Да, это правда, слушай, офигеть. Бляха-муха, ну. That's it. Чего тебе не нравится-то? То, что я тебе пробил бесплатно товар, точнее, положил в корзину. Да-да-да, счастливого пути. Иди. Клиенту топливо подождет, у него еще есть время. А вот эти вот товарищи с вечеринки, он инопланетяне. Слушай, подожди-ка. Давай вот тебя на превьюшку поставим. Вот так. Вот так вообще огонь будет. Какая там минута? 16-я. Погоди. 16-я минута. На 16-й минуте будет у нас там превьюха. Наверное. А может быть и нет. Я знаю. Уходи, там вон ждут. Меня вон доставка ждет. Вот это вот, конечно... Вот это, конечно, тяжело. Там доставка сейчас уедет. Как ты много всего набрал, дружочек. И откуда оно все такое грязное, я не пойму. Почему у меня лента опять засралась вся? Раз, два, три. Три клиента еще. Клиенту топливо надо это заправить. Там полицейский. О, фризи-то как, ёб твою мать. Смотри, что такое происходит с игрой. Ошалеть. Казалось бы, просто вечеринка приехала. Просто... Мне язык так смешно шевелится. Ой, во все стороны. Ладно. До свидания. Когда русскую озвучку завезут, тогда я и буду тебя понимать. Пока рано. Все, пожалуйста. Клиент у гаража подождет. Я иду сейчас в... Естественно, в доставку к себе. К доставке. Чтобы разгрузить вот этого мужика. Я не понял сейчас, почему он не открыл. Да, давай. До свидания. Сейчас он уедет, и я пойду чинить. Бляха ему, как мне засрали всю эту заправку. Давай, уезжай. Хрен, у него широкие колеса какие. Да закрой. Клиент у гаража. Вот сейчас не фризит, видишь? Все, обратно в 60 стабильных FPS вернулись. Задание выполнено. Это хорошо. Я люблю, когда выполняются задания. Отвечать на звонки дяди. Обязательно. Колесо. Колесо, 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 оп, 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 оп. Угу. Тем, тем, тем. Отлично. Я тоже так думаю. Пойду уберусь. Обязательно надо убраться, потому что ну здесь срачельник такой, что просто ужас. Сюда люди ходить перестанут сейчас. Просто кошмар, какая грязь. У меня и полки, наверное, пустые уже. Я только газировки купил же, да? У меня же еды как таковой нет. $726 и зато есть. Вот это я богатый, вот это я богатый. У-у-у. Ну, в принципе, это реально богатый уже. $760 для меня не является такой большой суммой. Дружище, отходи. Оп. Вообще все. Приладился. Только в путь. Игра идет. Прям по накатанной. Иду заправляю. И иду отвечать на звонок дяди.
Да хорош там звонить, этот телефон общий, вдруг кто возьмет. Как прошел час пик, племяш? Надеюсь, тебя не затоптали под всеми клиентами, выходящими из автобуса. Я слышал, как рабочие говорили, что между пассажирским автобусом и Армагеддоном разница невелика. Итак, если ты чувствуешь себя перегруженным работой, как насчет того, чтобы вложить деньги в помощь? Поверь, мне это совершенно другой опыт. Быть главным, попробуйте, посмотрите, каково это быть боссом в собственном заведении. Блять, давай, слушай, давай, я об этом давно мечтаю. Я же в той серии еще говорил, что нужно... Мне помощничка. Используйте ПК для покупки своего первого трейлера. Подсказка: прицеп можно приобрести во вкладке «Сотрудник» в подразделе «Прицепы». А, работник, работника, не сотрудника, а и трейлер. Купить за 249. Так у меня несложно это такое. О-хо-хо, трейлер. Ничего себе, помощь пришла, откуда и не ждали. Отлично. А, смотри-ка, фургон сотрудников, фургон, второй фургон для кемпинга, чтобы разместить больше сотрудников. Благодаря этому первый напор наконец-то обзаведется достойными соседями. Ох, круто-то как. Слушай, найм. Это у нас с тобой что? Зарплата в час. Ты смотри. У этой уровень второй. Короче, вот. Зарплата меньше, уровень выше. А что там еще можно? Найм. Трейлеры, то есть трейлер второй делаю и... Сначала трейлер нужно второй купить. Клиенту кассы. Клиенту кассы — это хорошо. Как нанять ее этого... женщину сюда? Чтобы она здесь работала. Как ее там зовут-то хоть? Амелия. Начать разговор. Список задач. Торговля на кассе. Пусть она здесь трудится. И приходит, потихонечку здесь работает. Good job. Хорошо. Good job. Амелия, это где? Работник. Слышь, работник, а где работник-то? Бежишь? Беги. Давай. Скорей. Там человек уже заждался. Ух, нифига себе, какая ты быстрая. А так можно было? Я бы сразу так делал. Чего у нее портативный сканер есть, а я бы вот об какую-то хреновину вот об эту вот пиликал. Удобно, блин. Вот так всегда и бывает. Так, клиентукас, новое письмо. Новое письмецо. А что это она хочет? Что это она деньги просит, что ли? Что за соляря? Соляра. F, чтобы говорить. Непонятно, ничего. Ну ладно, почта. Ты больше не ребенок теперь. Поверь, племяш, я знаю, как мотивировать людей. Уволить оплата. Заплатить премию. Ага, сейчас, блядь. $300 не нужно ей, нет? Оплатить все. Закрытие 7.20. Это ей такую огромную прибыль надо платить? Точнее, деньги такие большие платить? Да она себя не окупает. Наверное, не окупает. Серьезно, она уже $10 заработала. У меня столько денег нет. Я ей скажу, что я банкрот и больше не буду ей платить зарплату. А почему не? А почему я должен ей платить зарплату? Просто женщина, она на стажировке, я... Человек простой. Так. Она на стажировке 3 месяца и без зарплаты. Как бы, ну а чё, где здесь несправедливость, правильно? Всё так и должно быть. $220. Ура! Клиенту топливо. Это нихера себе помощничек такой, знаешь. Я, если мне столько денег бы платили, я бы сам себе помогал. Угу. А чё она не убирается вот здесь вот? Она только за кассой стоит, да? То есть я должен, блядь, ещё и убираться смотреть. Не. Так, давай с тобой красить начнем. Потому что, ну, красить нужно. Заправка белая. Вот эта штука будет вообще, не знаю, каким-то, знаешь, таким цветом. Розовым, красным, наверное. Красным, прям как цвет опасности. Типа, ну, если здесь что-то происходит, значит, это опасно. Ну, потому что там подъемник, там все дела, сложные работы проводятся. Короче, это место с повышенной опасностью. Соответственно, должно быть в красном цвете. Как амбар какой-то. Может, склад надо было в этот цвет покрасить?
Хотя... Не, может, блин, я и поярче что-нибудь выбрать. Может, розовый вот такой. Хотя сейчас на улице темно, поэтому сейчас... А, нет, вот этот вот, смотри, достаточно яркий. Будет розовая, это... Как я называю это, блин? Автомастерская будет розовая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Облил здесь все. Но на самом деле, если... Если это здание видно сдалека, издалека видно, значит, в него будут все ходить. Понимаешь, если здание привлекает внимание, как и все в принципе, значит, на него люди смотрят, люди туда идут, смотрят, что там такого интересного. А естественно, ты просто вот так зайти ты не можешь, ты же не хочешь дураком показаться. Ты идешь туда и что-то покупаешь, какую-то услугу. А здесь какую услугу можно приобрести? Колесо поменять, зеркало поменять. Можно, например, замазать царапинки, отполировать машину. Соответственно. Вот, клиент, смотри, даже половину не покрасил, а уже клиент в гараже. Вот это дело. Вот это дело. Розовый гараж. Розовый гараж делает вещи. Что у тебя там с машиной-то? Дверь? Дверь? А, нет, зеркало. Надо зеркало заказать, а то что-то как-то... Царапина на авто. Подожди, а почему мне показали вот сюда? А, она... Зеркало-то есть, правда, только оно вот здесь. Побил тебе все зеркала, мог бы в них смотреть. Не знаю, что ты, блядь, деньги тратишь на ровном месте. Царапины на авто. Ёшкин кот, это на тебя гризли напал? Мне кажется, это вообще это нездоровая ерунда какая-то. А, тебе того же. Давай, счастливого пути. Так, беру, значит, я валик. И крашу дальше. Не, ворота-то должны быть другого цвета. Ворота должны быть белые. Точно, а я, смотри, я белым и крашу. Да? Да, ворота белые пусть будут. Я не знаю, я как его... Ай, блядь, язык прикусил. Я не дизайнер, но я думаю, что это выглядеть будет гораздо лучше, чем просто розовые ворота. Все в один цвет тоже некрасиво. Нужно все в разные цвета красить. Вот так вот. Roof painting. Что за roof painting? Что такое roof? Roof это не от слова руферы, нет? Руферы это кто? Я слово знаю, а кто это такие, я не помню. Клиенту топливо, ёшкин кот. Этому товарищу осталось, точнее, Амелии этой, как ее правильно там зовут, отработать 2 часочка. И я ее нахер выгоню отсюда, потому что такие деньги просить, это кошмар, просто кошмар. Она, получается, не постоянный сотрудник-то, да? Она просто, типа, контрактами у меня служит. Да-да-да, давай. Пробивать-то, смотри, слушай, звуки такие, прям она так быстро работает достаточно. Деньги, самое главное, пусть приносит. $1141, ошалеть. Вот это деньжи еще меня, вот это да, вот это молодец я. Вот это я тружусь, конечно, благо родины. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо товар пойти будет сейчас заказать. Дабы был, что этой Амелии продавать, а то она типа стоит там, пиликает, наверное, по пустой корзинке. И все. И как будто ни в чем не бывало. Да? Да. И делает вид, как будто бы так и должно все быть. И делает вид, как будто бы все так и должно быть. А так не должно быть. Так. Сколько у нас серии-то уже идет? Почти полчаса, шалеть. Почти полчаса. Но мы с тобой сейчас это. Быриком. Быриком, быриком, что сделаем? А что мы сделаем? А мы сейчас просто что-нибудь улучшим, поулучшаем, посидим. Покупаем, потому что денег-то у нас вагон уже, смотри, 1160. Сейчас миллион накоплю. Быстренько, быстренько прям накоплю миллиончик. Так, клиент в гараже подождет. Сейчас я еще одну покрашу и все, и пойду к ней. Или к нему, кто там приехал. Я работаю с автомобилями, поэтому автомобиль это он. А машина это она. Ну-ка. Колесо. Ну-ка. Ой, завертелось как. Где мышка? Мышка вот на. Раз, два, три, четыре, пять. Снимаю колесо. Давай скорее уже. Там человек ждет уже. Ждет, ему навстречу нужно срочно ехать навстречу. На важную встречу. Thanks. Пожалуйста. Так, я не докрасил вот здесь вот. Кассовый аппарат. Кассовый аппарат работает. Нет, 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 нет. Блять, вот
Почему нельзя отменить? Почему я должен страдать? Почему я должен постоянно перекрашивать? Почему, блин, здесь нет отмены покраски? Что, если я приложился, то нужно уже обязательно это красить в тот цвет, который я выбрал. Но я валик хочу в другой цвет макнуть. Почему я должен страдать? Ставни нельзя покрасить почему-то. Я вот это вот не понимаю. Хотя вот, в принципе, они выделяются. Но они выделяются, когда я, да, на стену навожу. Непонятно. Так, товарищ полицейский. О, блин, не докрасил. Смотри-ка, там еще это. В белый цвет надо покрасить ворота. Не так, не долил. Чуть-чуть не долил. Прям мой ёшкин кот. Платить своему работнику за его труд. Да, конечно, ага. Сейчас я, блядь. 1289. Ошалеть. Ошалеть. Да я смотрю на свои счета в банке и охреневаю просто. Ты смотри, какие деньги. 1290. Пойду сейчас ее замотивирую. Зарплату выплачу. Так, подожди, а что тут не докрашено? А как я такое пропустил? А как я такое смог пропустить вообще? Мне кажется, это вообще непростительно. Все. Погнали. Погнали платить женщине зарплату. Что это у нее? Настроение такое или что? Ф говорить. Оплата. Оплатить за все. А почему? Чего у нее вот это вот за ерунда-то такая? Я же оплатил, подожди. Писк задач. Писк-пиписк, подожди. Прибери на заправке клиенту кассы. Подожди-ка, я, может, что не понимаю? Я... Оплата. Оплатил все. Забаговал. Твою налево, ну. Я сейчас где? Не-не-не-не-не-не-не-не, подожди. Остановись. Ты идешь на торговлю на кассе, я тебя заплатил уже. Все, я оплатил. Бляха-муха. 5 секунд. Перезагрузился немножко, и она тут вот... Все, типа, поняла, что... Поняла, что нужно работать дальше. Да нет у меня ни хера из еды, конечно же. Так, что мне там написано-то? Выполнить все задания, чтобы получить возможность модернизировать. Ёперный кукуй, ты смотри, сколько там надо обслужить. Но это очень долго. По факту это реально очень долго. Полный мусор. А где полный мусор-то? Я все выбросил. Где полный мусор-то? Здесь пустой мусор. Здесь чистота, порядок, полный мусор, полный мусор. Я вроде все сделал. Давай я приберусь на заправочке, чтобы у меня все было чистенько, чистенько. И, соответственно, сделаю вот так, вот так, вот так. И здесь, и вот тут тоже. И вот тут уберусь, и вот здесь уберусь. И в Water Closet схожу, чтобы там тоже было чистенько. Вообще все красота. Иду, значит, я вовнутря. Заказываю еду. Так, доставка, во-первых, топлива. Смотрим, сколько у нас остаток. Давай соточку закажу. Потом доставка товаров, напитки... Пусть будут вот эти напитки, потом закуски, пусть будут вот эти закуски, эти закуски, эти закуски, эти закуски. И потом, что у нас еще будет с тобой? Сигареты, пусть будут вот эти сигареты, эти сигареты, эти сигареты. Алкоголь, пусть будет вот этот алкоголь, и этот алкоголь. И насколько я там на 532 доллара, да, на заказывал? Вот это я молодец. Вот это я, да, вот это молодец. Заказ. Что это варихаус? Что варихаус? Capacity Star Delivery. Инсуффициент. Чего, блядь? Что за инсуффициент? Типа уже доставка есть, и я уже это самое, да? А что я заказал там? А, place all. У меня тут уже есть все. А я хожу тут такой. А, то есть, понятно, ладно. Пойдем все сделаем. Я что-то это... Что-то я немножко призадумался. Ну, смотри, заправка-то какая классная. Вся она такая четкая вообще, прям сил нет. Смотри, розовая. Так, что с тобой? Да, колесо похерилось. Одно осталось. Ёшкин кот, надо колесо заказать. Колеса-то надо заказывать. Колеса чаще всего ломаются. Не знаю, где у вас здесь кактусы, что ли, на дорогах валяются. Чего вы их постоянно пробиваете везде?
Да, не говори. Поезжай дальше. Доставка топлива рядом со станцией. Опачки. Все, доставка топлива пошла. А, это не та доставка. Я доставку топлива заказывал. А погоди, а почему я это сам это... Не могу заказать нормально. Но почему я... Где тут доставка? Доставка товаров. Корзина пустая, твою налево, смотри-ка, ну. Ожидание заказа. Какого ожидания? Какого заказа? Я калитку-то закрыл там? Да, там закрыт все. Там все вроде как пики-пуки. Полный мусор. Почему полный мусор, черт его знает? Давай посмотрим здесь по доставке. Просто что-то здесь не так. Здесь явно либо что-то сломалось, либо еще что-то. По закускам давай закажу все. Просто закажу вот это тоже закажу. И, наверное, закажу из алкоголя. Из алкоголя я закажу тоже вот это закажу. Вот это закажу. И сигаретки, естественно, тоже все надо заказать. Ну, потому что почему бы и нет. И по корзине. Что там? А, склад. 327 из 200. Ёпсель-мопсель. Это мне надо склад улучшить. А склад где? Варихаус. Больше инфо. Улучшить, почему нет-то? Склад, ну, склад это важная часть. Блин, наверное, заново опять, да, заказывать все. Да. А, напитки не буду заказывать. Это в корзину. Алкоголь. Это в корзину. И сигареты. Это в корзину. И вот это в корзину. Ну-ка, что у нас там по количеству? Все по малеху. Отлично. Заказ. $200 осталось. Бляха-муха, мне нужно еще заказать все колеса. Доставка автомобильных запчастей, шины. Дорого шины-то покупать сейчас. Ну а что поделаешь, мне вариантов как таковых нет, мне колес-то нет. Ой. Она отдыхает еще. Она еще и отдыхать умеет? Ей нужен отдых? Как такое может быть вообще, я не пойму. То есть я... Блядь, несправедливо как-то получается. Я же просто-напросто взял и... Я же ее нанял. Правильно, нанял. А, здесь мухи здесь типа летают, и поэтому нужно это самое... Мусор вывозить. Ладно, пойдем, выкину все из... Здорово, мужик. Выкину все вот отсюда. Потому что оно здесь нахрен не нужно. А можно как-то? Можно. Да пол... Куда мешок-то делся, эй? Все, мешка больше нет. Ладно. Ладно, так и быть. Что такое? Это розовая краска. Колесо. Два колеса. У меня колес-то нет, дружище. Извини, не сегодня. Колеса у меня нет. Так, вот эта женщина отдыхающая, которая, она скоро придет? Нет вообще? Так, это у нас с тобой доставка еды. Не бибикай, пожалуйста, иди в жопу. Что-то у меня так много всего происходит. Они друг за другом закатились. Нельзя коробки просто положить. Это что такое? Это что значит? Я не пойму. Это забаговалось что-то или что? Нет, это не забаговалось. Видать, так и должно быть. Просто всегда в один заход было это все происходило. Клиенту гаража, клиенту кассы, клиенту топлива, твою же маму. Уезжай, мужик, уезжай. Сил моих нет. Сколько тебя ждать-то? Блять, два клиента у кассы. Все происходит так много, так быстро. Заезжай давай быстрее. Все, даже не выходи. Уходи, мужик. Давай, уходи. Сойдет, уходи.
Я иду к гаражу, к кассе, блядь, куда бежать-то? Он-то уже висит все равно, ему хуже-то не будет, он не... подъемник-то не уберет машину. Правильно, правильно. Good job. Теперь на заправку. Топливо ждать не будет. Я не люблю ждать заправщиков, и он, наверное, тоже не любит ждать заправщиков. Пойду. Так, хорошо. Блин, по-моему, сейчас вечеринка приедет, там же что-то залагало. Супер. Да, что-то фризить начинает потихоньку. Мне кажется, автобус сейчас приедет. Так, дружок, пирожок, давай мы с тобой определимся с колесами. Нет, подожди, другое колесо. Ой, как все сложно, как все сложно-то. И так мало всего. Чаевых, блядь, мало. 2 из 40 чаевых. А чё не из 2 из миллиона-то? Ну, клиент у гаража. Так, товаров больше нет. Товаров больше нет, это плохо. Мне опять колеса надо заказывать. Ну смотри, они, получается, в сумме 130 будут колеса стоить. Если мне даст хотя бы 180, то я уже в плюсе. Нас ограбили... Твою... Ёб твою мать! Дениска! Псина ты сутулая! Куда нас ограбили-то? Я просто мужика выпускал. Ёб твою мать, Дениска! Ну, ты... все, это тебе кобзда. Просто кобзда тебе, Дениска. Да, уж Дениска меня, конечно, не порадовал. Так, и что ему надо-то еще? Я не пойму. Что он там стоит до сих пор? 2 колеса, а что надо еще-то? Да в смысле? Я же все сделал. То ли это баганулось из-за Дениски, то ли я реально что-то не доделал. Ну по факту-то я же все сделал. Блять, просто на ровном месте. Ладно, мы давай с тобой на такой грустной ночи сейчас закончим. И в следующей серии вообще все поправим, все чики-пуки будет. Как раз кассирша выйдет наша с тобой. Будет работать за троих, и премию, может, даже ей дам, потому что, ну, блядь, грех без премии работать. Давай закажем вывоз мусора, ну, потому что нужно. Доставка вывоз мусора заказать. И на этом с тобой... Тихо! Тут вообще полные полки, подожди. Да все, вот перед тобой же стоит. Ты что, дурак? Господи, ладно. Ай, спасибо всем большое за просмотр, ставьте комментарии, пишите лайки, и будет у нас с тобой следующая серия, обязательно в следующей серии что-нибудь намутим, что-нибудь наделаем, делов всяких интересных, и улучшим все, что можно улучшить. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях на стримах, и всем пока.